Котельная в рабочем состоянии, но пришло время ее обновить. В Рускинской Сургутского района завершается капитальный ремонт этого объекта коммунального хозяйства. Подрядчик заменит 4 котла из 6. Все оборудование автоматизированное, российского производства и рассчитано на работу в северных условиях. На демонтаж старых котлов, установку новых и пусконаладку потратят более 23 миллионов из бюджета Сургутского района. Отмечу, за лето удалось обновить изношенные инженерные сети, провести капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства. И не только в Рускинской, но еще в Белом Яре, Барсово, Ультьегуне и Солнечном. Котельная как бы находилась в рабочем состоянии. Мы же прошлую зиму простояли, там инцидентов, у нас аварий там на этой котельной не было. Но в любом случае оборудование-то менять надо. Есть сроки полезной эксплуатации объектов. Вот, и пришло время там замены там 4 котлов. Вот сейчас у нас идет демонтировано 2 котла. 2 котла уже смонтированы на место, идет обвязка, как бы там пусконаладочные работы. Ну и до ноября месяца еще 2 котла.